Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 9. По цифре 1 на странице 117 учебника математики для 2 класса автора Дорофеева. Реши задачу. Завод выпустил 80 автомобилей. Из них 20 были грузовые, остальные легковые. Сколько легковых машин выпустил завод? Из условий задачи нам известно, что всего автомобилей было 80, и 20 среди них были грузовыми. Чтобы узнать, сколько было легковых, нужно из 80 вычесть 20. 80 минус 20 получится 60. 60 легковых автомобилей выпустил завод. Записываем ответ. 60 легковых машин выпустил завод. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под